Еще совсем недавно здесь было много строительной техники и рабочих, а теперь двор на Жуковском проезде 14 привлекает ребятню со всех окрестных домов. Более 2 лет местные жители ждали, когда же, наконец, их двор приведут в порядок. И вот работы по благоустройству завершены. Детвору особенно порадовал новый яркий игровой комплекс. В ходе комплексного благоустройства здесь заменили асфальтовое покрытие, отремонтировали тротуары, установили антипарковочные столбики и ограждения, обустроили новые пешеходные зоны, установили лавки, урны и заменили элементы освещения. Вместо старой детской площадки появился новый большой игровой комплекс, который нравится как малышне, так и ребятам постарше. Парковки стали сделать, хорошо сделали. Замечательно просто, нам очень нравится. Детская площадка шикарная. Вот здесь вот даже называют, ну, в замок пойдем, говорит, погуляем. Тебе нравится площадка? Да. А что тебе больше в ней нравится? Качать. Раньше тут была расшатанная горка, вообще убитое покрытие. Мы даже проходили мимо, даже мысли не было зайти. Вот, а сейчас, ну, на самом деле здорово все сделали. Так и необычно, и очень оживляет вид двора. Вот, и ребятам интересно. В ходе комплексного благоустройства удалось увеличить количество парковочных карманов до 30, что, безусловно, оценили автолюбители. Стало очень замечательно, все это расширили чуть-чуть. А детям вообще замечательно, потому что очень благодарны тем, кто людям, тем, кто это сделал. Спасибо им большое. Депутат Олег Федоров принимал активное участие в подготовке и реализации комплексного благоустройства. Именно к нему за помощью обратились жители дома номер 14, попросив включить двор в план на 2019 год. Территория поменялась очень. Ну, я считаю, что депутатский корпус и должен работать так, как работает Олег Александрович. Помимо обязательных элементов, здесь также появились 2 пешеходных перехода. Именно они соединяют парк Сосенки, излюбленное место отдыха видновчан, с городской инфраструктурой на проспекте Ленинского комсомола, остановками общественного транспорта и детской поликлиникой. Этот пешеходный переход, ну, просто был необходим именно в этом месте. И хочется сказать огромное спасибо и Дорсервису, и нашему управлению по благоустройству, что они вот сделали вот такое, на мой взгляд, очень и очень хорошее дело. Также по просьбам жителей была перенесена контейнерная площадка поближе к дороге и облагорожена небольшая аллея за домом. Уложена плитка, установлены скамейки, урны и освещение. Екатерина Борисова, Кирилл Иванов, Ольга Садовская, Видное ТВ.